Здравствуйте. Хочу вас поприветствовать сегодня в компании Alex S&E. И сегодня мы будем заниматься тем, что распакуем этот замечательный сканер от компании Mendel, модель новая MP8600. Вот. Это стационарный сканер. Сейчас мы откроем его и посмотрим, что он из себя представляет, что есть в комплекте поставки. Так, вот у нас здесь есть прежде всего инструкция, как выглядит сканер, что у него есть подставка, как это все монтировать, как это все подключать, если кабель RS-232, если это USB кабель, но в нашем случае у нас USB кабель как бы стандарт в современном мире. Здесь некоторые штрих-коды для первичной настройки. Так, что мы здесь видим? Это у нас идет упакованный USB кабель, двухметровый, RJ45 на USB. Сейчас мы его открутим. Вот. Плотный такой кабель, не пережмется, не перетрется, не перегнется и так далее. То есть двухметровый. Сейчас мы его будем использовать. И вот, собственно, сам сканер. Сложим коробку в сторону. У нас сам сканер упакован в такую бумагу, пакет для транспортировки, то есть не разобьется, не испортится. Вот так он выглядит, он сразу идет с монтированной ножкой, ножка с резиновыми такими проставочками, то есть сам сканер будет стоять надежно, зафиксировано, ничего на нее не будет воздействовать, то есть надо очень постараться, чтобы его там сдвинуть, опрокинуть или что-то в этом роде. Если ножка не устраивает, она не нужна, допустим, если неудобно, но в разных магазинах, ну, либо местах, где будет использован сканер, бывает все по-разному, поэтому иногда ножка не нужна, поэтому она откручивается. И сами резинки переклеиваются сюда, есть специальные места, и тогда, собственно, сканер принимает более компактный такой вид, вот, и тоже он будет неподвижен. Итак, давайте, собственно, начнем его подключать. Пока мы его подключаем, расскажу, что это 2D-сканер, он не имеет внутри подвижных частей, то есть... о чем это говорит? Это значит, что сканер будет надежный, долговечный, бесшумный, ничего не будет дребезжать. Так, вот у нас здесь разъем там внутри. Надо попасть. Как мы видим, здесь есть уплотнительные такие резиновые. То есть никакая влага туда не попадет, все станет плотно. Только надо... Вот, защелкнулось, все, кабель там надежно зафиксирован. Так, и, собственно, подключаем наш сканер к любому ПК, у которого есть USB, а USB есть у любого ПК. Поэтому подключаем и посредством технологии Plug and Play, то есть сканер сейчас включился. Моментально установил драйвера и, собственно, сразу готов к работе. Вот, беру штрих-код и начинаю сканировать. Вот, как мы видим, здесь появляются штрих-коды. Плюс ко всему, сканер может сканировать не только 1D, как я упомянул ранее, то есть это 2D-сканер, он может сканировать и 2D-штрих-коды, и не только с бумажных... с бумаги, но и с экранов различных устройств. Вот, это QR-код. Чик, чик. Итак, некоторое время мы сканер не трогали, и вот он перешел в энергосберегающий режим. Вот как только он видит, что к нему что-то приближается, например,
то есть штрих-код, либо сам кассир, он выходит из этого режима и начинает работать в своем непосредственно обычном режиме. Если это не нужно, если вдруг это кому-то мешает, этот режим можно выключить нижней клавишей, то есть зажали, держим, теперь сканер будет постоянно в активном режиме, постоянно ждать появления перед собой штрих-кода. Причем штрих-код можно подносить с любой стороны, то есть горизонтально, вертикально, снизу, вверх, в движении. То есть сканер ловит любое появление штрих-кода. Вот. По поводу корпуса. Корпус у нас получается он такой монолитный, скажем так, пластик такой твердый, то есть непробиваемый. То есть ничего этому сканеру не страшно. Применение розничная торговля, так как этот стационарный сканер, он должен поглощать большие объемы штрих-кодов очень быстро, у кассира свободные руки, он берет товар, проносит, просканировалось, то есть поднес, просканировал. То есть это намного упрощает и ускоряет работу кассирам. При своей невысокой стоимости данный сканер превосходит по своим характеристикам многие модели премиум-класса. Надеюсь, данный ролик будет вам полезен при выборе сканера в AlexSND. Спасибо за внимание. До встречи!